Администрация Сочи предлагает горожанам создать праздник вместе. Каким будет день города, на этот раз решат сами сочинцы. Традиционно мы всегда делаем от обратного. Да? Есть администрация, есть управление культуры. И мы всегда готовим предложение нашим горожанам. Вот у нас будет карнавал, вот у нас будет день города в таком формате. В этом году мы немножко хотим отступить от этой традиционной стези и пойти от мнений наших горожан, пойти от тех идей, которые уже сегодня есть. А идеи действительно уже посыпались, как из рога изобилия. На первой встрече по подготовке праздника культурный актив города предложил провести массу необычных мероприятий, так чтобы каждый нашел то, что близко ему. Активным и творческим горожанам предложат поучаствовать в общественном караоке и открытом микрофоне. Другие смогут признаться в любви городу или украсить его по своему вкусу. Всех секретов пока не раскрывают, но организаторы уверены, празднование в этом году получится ярким и необычным. Принять участие в акции может любой сочинец. Для этого необходимо до 1 октября направить заявку с описанием своего видения Дня города в оргкомитет конкурса.